Приветствую вас, братья и сестры. Мир и Божье благословение да пребудут с вами. Мы все дни попраздноства Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы, будем говорить о песнопениях этого праздника. А после окончания дней праздника продолжим о песнопениях литургии святого Иоанна Златоуста. Сегодня я хочу пропеть припев на девятой песне, который, как правило, никогда и нигде не исполняется. Исполняет припев «Ангели Успения, Пречистые, видевши, удивишися». А в уставе есть нерасписанные на ноты еще один припев. Вот сегодня он и прозвучит. Если кому понравился этот припев, можно его исполнять перед девятой песней, канона, или перед запевом «Ангели Успения», или вместо него. Предлагаю послушать сегодня с нашего концерта, с нашего выступления Веделя в молитвах «Неусыпающую Богородицу». Храни вас Господь. Всего доброго. Братья и сестры, приглашаю вас
на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.